пацаны, проголодались. А я тут картошечки сварганил. С лучком, с сальцем. Да? Угощайтесь. Пошли. Ну как? Может, кетчупа? А я вот елочку нарядил. Красота! Я не понял, а вот вы что, вы мою картошку жрать будете, а разговаривать со мной не собираетесь, да? Ну да, да, виноват я. Ну сдал я Берегина. Театр за меня закрыли, скотина я. Но ведь он тоже подозрительный был. Возле музея крутился? Крутился. Фотографировал, звонки за границу. Делал. Ну, откуда же я знал, жулик? Он и есть жулик, все было ясно же. Здрасте, Андрей Константинович. Жулик. Думал я, пока не понял, что ошибался. Андрей Константинович, простите меня. Я клянусь, что это было первый и последний раз. Володя, боюсь, что насчет последнего раза вы правы. В смысле? Ну, я везде искал вас. Очень неприятно быть гонцом, приносящим дурные вести, но Ситникова подготовила приказ о вашем отчислении за систематические нарушения дисциплины, за успеваемость. Мне искренне вас жаль. Ну. Ну, ты что? Ну, Ромео. Все обойдется, все будет Бабуш, нормально. Можете картошечки, а? А? Ну, а хочешь еще кетчупа? А хочешь, я за пивком сгоняю? А? Только денег нету. А, ты только не молчи. Не молчи! О, деньги! Деньги! Пойдем. Вчера я был молодым, вчера я был беспечным, плевал свысока на приличие и такт, и в порядочных компаниях, и при шлопах. Вел себя я хуже, чем панк, видел то, что было, и то, чего нет. Не раз выбирал счастливый билет, умирал за любовь и клялся войной, гулял по волнам и летал над землей. Еще вчера я был далеко, в беспредельном пространстве, в сказочном НЛО. А может быть, все это было лишь сном, небывалым сюжетом и веселым концом. Так, тут елка. Здесь ответственные за музыкальное сопровождение. Здесь студенты. Начало в 21:00. Выходит ведущий к микрофону. И все. Замечательно. Мне так нравится. Так, Павел Ильич, теперь о конкурсах. Ручеек, стульчики, перетягивание каната. Все, хватит, спасибо. Что значит хватит? У нас в этом году совершенно новый сценарий. Новый? Вы меня не смешите. А сотворение мира, все это перетягивание каната. Вот вы не дослушали, а у нас в этом году костюмированный бал. Это значит не перетягивание каната, а перетягивание в масках. Ой. Здравствуйте. Извините, я на минутку. Проходите, Тамара Алексеевна. Приказ
об отчислении одного студента. Вы что-то ко мне зачастили с приказами об отчислении, но мне это нравится. А мы с Павлом Ильичем обсуждали сценарий Нового года. Прекрасно. Кстати, да, у меня есть свой сценарий. Так. 31 декабря закрываем институт на замок и до начала сессии никого не пускаем. Да вы что? Это же Новый год. Как это? Да что вы, этого же не может быть. Во-первых, Новый год – это традиция. Потом у нас прекрасный сценарий. А в-третьих, самое главное, выделены средства и уже освоены. Да вы что? Да, Людмила Филипповна, успокойтесь. Мы все это дело обсудим. Мы все обсудим. Да нельзя этого делать. Что вы? Одного серпантина закуплено, вокруг экватора можно. Да что вы? Людмила Филипповна, мы все решим. О. Но нельзя же так доводить человека. Она же работала, старалась. Давайте ваш приказ. Ой. Я же его сюда положила. А, это, наверное, Людмила Филипповна со своими тихомудиями забрала. Ну, ничего, напечатаем другой. А по поводу Нового года, Павлович, правда. Может, отменим, а то опять все закончится мордобоем. Мордобоем? Так это же замечательно. Что? В смысле того, что ужас. Нет-нет, мы не можем лишать студентов этого уже праздника. Нет. Угу. Мордобой? Я не понимаю, зачем? А вы напрягите воображение. Представляете, Новый год, приезжает высокий гость, скажем, замминистра Сергей Борисович. А тут такой скандал. Это ужас. Ужас? Ужас! Да нормальная елка, местная. У меня в Подмосковье их целая делянка. Да смотрите. Подождите вы. Ну, представляете, тут такой скандал, а ректора нет. Он вообще на празднике не присутствует. Понимаете, в чем идея? Хилый какая-то. Идея? Елка. Да нормальная елка. Не нравится, другую подберем. Я не знаю. Ну, у нас скандал, а мы с вами что? А вы ни при чем. Мы играем в демократию. Одеваемся волком, красной шапочкой. Со студентами справляем праздник. С нас и взятки гладкие. Товарищ. Красной шапочкой я не хочу. Извините. А ректором стать хотите? Товарищ. Ну как? Да нет. Сейчас другой подберем. Мне и так хорошо. Зачем высовываться? Это не мое. А я очень хочу, и это мое. Не знаю, Павел Ильич. Влипнем мы. Отправить нас с вами елки выращивать, а потом их же валить. Я все беру на себя. С вас только звонок Сергею Борисовичу. Ну, вообще-то он любит вузы под Новый год объезжать. Ну, отлично. Берете? Ну, ладно, беру. Вот, ладненько. А вы сами-то говорите откуда? А из песни. Помните? Везет лошадка дровенький, а дровних мужичок. Только это я сегодня в дровеньках, а на Новый год я буду в трава! В трава! Здравствуйте. Здравствуйте! О, Андрей Константинович, а я вас искала. Хочу вас пригласить на новогодний бал. Будет очень весело, представляете, все в масках. Чтоб стыдно не было. Я читала сценарий, детский сад какой-то. А хороводы, стульчики, бег в мешках. Бег в мешках? Интересно, куда? А вы что, никогда не бегали в мешках? Нет, ну почему? Бегал, конечно, бегал. А потом ручеек затеем. Ручеек? А что такое ручеек? Ручеек – это когда снегурка растает, получается ручеек. Понятно? А, конечно. Андрей Константинович, ну если вы ручейка не видели, вы просто обязаны прийти. И думать нечего. Всегда считал, что думать полезно. В Новый год вредно. Вредно, поверьте мне. Оп! Андрей Константинович, приходите, пожалуйста. И мы вам какой-нибудь костюм придумаем. И вы прям трум-пом-пом, трум-пом-пом, трум-пом-пом-пом-пом. Хорошо, Катя, уговорили, если костюм. Хочется побегать в мешках. Как всегда. Катюша, да. Ну-ка, поди сюда. Значит так, иди в буфет, принеси мне льда и ко мне в холодильник. Хорошо. А то приедет какая-нибудь шишка и скажет, что у нас шампанское теплое. Давай быстрее. Как здоровье?
знаете, прекрасно. Хорошо. Как папа? Вы что хотели-то, Павлович? Я хочу тебе экзамен автоматом поставить. Да? Угу. Вот. А зачем так спешить? Скоро праздник, расслабься. Кстати говоря, ты на бал маскарад собираешься? Чё я там забыл? Напрасно, напрасно. Там может быть очень, очень интересно. Я даже боюсь, не дай бог, конечно, какой-нибудь мордобой, драка. Улавливаешь, а? То есть вы хотите сказать, что если там будет драка, то я получу экзамен автоматом? Молодец. Ставлю тебе отлично. Исключительно за твою сообразительность. Молодец! Молодец, сестренка. Грамотно ты Верегина обработала. Я вам костюм подберу. Че, сама будешь по фигуре подгонять? А ты что, его опять в ресторан собралась приглашать? Ну, можно подумать, что я знала, что ты там работаешь. Откуда? Кажется, мне знаю я. О! Откуда? Смотрю, ты в новый ресторан устроилась работать. Поздравляю, чаевые хочешь? Ну-ка, принеси за наш столик шампанского со льдом. Гуляем! Послушай, легко! Я победила. Шампанского, правда, не обещаю? А вот льда... Сколько угодно. Швабра, ты у меня еще попляшешь. У меня там все попляшут. Там это где? Да-да. Тамара Алексеевна, у меня к вам маленький вопрос. Скажите, шерстяной плед – это хороший подарок к Новому году? Хороший. Прекрасно. Тем приятнее будет Юрию Карловичу его от нас с вами получить. От нас? Угу. Адольф Рымич, я, конечно, собиралась к Юрию Карловичу поздравить его, но сейчас как-то поздновато, да и на чём. Карета подана, внизу нас ждет такси. Так, похоже, что вы не оставили мне выбора. Да. Прошу вас. Да. А вот еще история. Давняя, но как-то вспомнилась. Жил-был один студент. И парень он еще был тот. И по дисциплине, и с успеваемостью были проблемы. Однажды он даже драку устроил. Ну и решили его из института исключить. И комсомольская организация, и правком был за. А декан подумал и решил дать студенту еще один шанс. Просто святочная история. И чем же она закончилась? Как и все святочные истории. Счастливо. Этот студент закончил институт, защитил кандидатскую, потом докторскую, стал очень неплохим ученым. И преданные студенты дарят ему на Новый год прекрасные пледы. Так. Я, кажется, поняла тайный смысл вашего рассказа. Только, Юрий Карлович, я сильно сомневаюсь, что Квакуфа когда-нибудь станет профессором. Речь идет не о Квакуфе. Это история о мудром декане. Ладно, дадим этому оболтусу еще один шанс. Раз уж ради него меня заманили в глухой чуть ли не лес. Тамара Алексеевна, какое заманили? Бог с вами, и в мыслях не было. Ой, не надо, Адольф Рубинович. В конце концов, я вам даже благодарна. Сама бы не собралась. Юрий Карлович, дорогой вы мой учитель, с наступающим вас. Спасибо. И вас с тем же. Юрий Карлович, а может, маханем к нам? Журова... обещала устроить что-то невероятное. С удовольствием. Но вы знаете, у меня будет куча гостей. Куча. Родня, знакомые, знаете. От сорванцы. Соседские ребятишки. Настя и Сережа. Тоже, между прочим, будущие студенты.
Так, выше, выше, мальчики, выше. О, о. Очень хорошо, очень хорошо. Так, так. А что это? Не поняла, не поняла. Что это такое? Минуточку. Вот, вот, хорошо. Да что там, с ума, что ли, спятили? Это же не Новый год, это тигр в сосновом бору. Ничего шутить нельзя! Ладно, отдадим тигров в гостям. Грубая мужская сила требуется? Да нет, спасибо. Я как-нибудь сама. А нежная мужская сила? Если твоя, то тоже обойдусь. Лево и справа, да, сверху. Хорошо. И тот уже отнесу. Как это нам поможет? Да чего ж все мужчины примитивные создания? Да, ты права, подруга. Объясняю. Я подхожу к Максу и говорю. Макс, у нас с тобой похожие проблемы. У тебя с Таней, у меня с Верикиным. Да? Дальше я говорю, Макс, давай мы с тобой будем сегодня танцевать. Тебя прерывают Таня, меня Верикин. И все тип-то. И что? И все. Мы танцуем. Потом я поднимаю шум. Говорю, что Макс меня лапает. Поднимаю шум. Тут прибегает Кокуша и, ну, как говорится, драку заказывали. Гениально! Только с чего ты взяла, что Макс поведется на твой план? Потому что все мужчины примитивные создания. Ясно. Ну что, Павел Ильич? Ну разве это костюм? Что это? Ну что это? Меня же засмеют! Отлично, Сергей Алексеевич. Честное слово, все. Да. Ну что там, Сергей Борисович? Ну что, обещал быть. Да, он просил, чтобы не было лишнего ажиотажа. То есть необходимо обеспечить его соответствующей маской. Павел Ильич, я насчет праздника. Степан Алексеевич, вам очень, очень идет. Вы такой зайка. Да ну вас, Людмила Филипповна, без вас. Все, все. Очень важное задание. Тогда. К нам приезжает замминистра. Надо обеспечить это официальное лицо маской. Uh-huh. Есть что-нибудь солидное? А маска тигра подойдет? А что, солидно? Годится? Давайте. Друзья, сегодня вас ждет настоящая ночь чудес. Будет множество сюрпризов, сказочных подарков и веселых конкурсов. Разрешите, разрешите. Хоровод, ручеек, бег в мешках, эстафета. Ой. Выступаешь, Людмила? Иди отсюда, Квакуша. Не слушайте вы этого клоуна. Друзья, сегодня вас ждет настоящая ночь чудес. Будет множество сюрпризов, сказочных подарков и веселых конкурсов. Хоровод. Ручеек. Да, ручеек. А эстафета? Эстафета. И, конечно же, бег в мешках. Да, Данечка, да что у меня, все готово. Как? Ксюша заболела? А что такое? Температура? Ну, конечно, конечно, лечитесь. И вас с наступающим. Да. Прекрасная незнакомка, позвольте пригласить вас на танец.
конечно же, не позволю. Понимаете ли, дело в том, что я не танцую с теми, кто меня не знает. О, молодой человек, а вы не пригласите незнакомку на танец? Спасибо. О, прекрасная! Вы не забыли, что обещали этот танец вашему безнадежно преданному рыцарю? О, да ты еще и рыцарь. Очень кстати. Надеюсь, если кто-нибудь захочет обидеть меня... Его жизнь оборвется столь же быстро, сколь и бесславно. Поверь, под маской клоуна бьется сердце льва. Сердце под маской. Тебе б рыцарь анатомии подучиться. Не в этом смысле, клоун. Кристина, я не хотел, прости. Включи что-нибудь, а? Да, вот так. А теперь все встали за мной. И дружно, весело, хором танцуем Ледьку-Еньку. Остальные смотрят и подключаются. Давайте, Саш, ребята, давайте. Что? Давайте. Можно я ее сниму? Нет, это маскарад. И если будешь вести себя хорошо, я поцелую тебя в пятачок. Отлично. Пошли. Не знаю, а мне нравится. Здорово! Здрасте! С Новым годом! Поздравляю! Да. Да-да! Это точно? Ну, это точно? Спасибо вам большое! Спасибо! Отлично! Сергей Борисович выехал по институтам. Начать собирается, кажется, с нашего. Прекрасно! Людмила Филипповна, можно вас на секундочку? Ребята, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Значит так, быстренько вниз на вход, встретить замминистра, обеспечить маской и сюда. Ну, чтоб без фокуса. Слушаюсь, слушаюсь. Фокусы сейчас начнутся. Ну. Да-да. Так и знал, что вы еще здесь. Тоже некуда спешить. Ну, почему же? Должен же кто-то следить за порядком. Пить в деканате? А что, ситуация... Адольф Ильич, ситуация располагает... Вы меня удивляете. Новый год, Тамара Алексеевна. Чуточку шампанского. Общество красивой женщины. А шампанского, видимо, была не такая уж чуточка. Опля! А, ладно, наливайте. Наливайте, пока студенты не видят. Да, 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 да. Прошу вас, Тамара Алексеевна. Адольф Рувимович, с наступающим. С наступающим, Тамара Алексеевна. Здрасте! Здрасте! Так здорово, что я вас здесь застал. Квакуша, я надеюсь, у вас очень уважительная причина, чтобы вот так вот врываться. Более чем, Адольф Рувимович, Тамара Алексеевна. Вы знаете, я, конечно, накуролесил в этом году, признаюсь. Но повторяю, этого больше никогда не повторится. А, да, кстати, хочу пригласить вас на наш новогодний бал маскарад. Так, говорите, больше никогда не повторится. Ну вот, хотел поздравить с Новым годом, поблагодарить. Да, благодарить Квакушу надо, но не нас. Юрий Карлович вас отстоял. Кстати, надеюсь, вы не забыли поздравить его? Весновского? Так, Квакуша, вот телефон. Вот номер телефона. Тряпку, я надеюсь, вы найдете, чтобы здесь все вытереть. Тамара Алексеевна, пройдемте в эпицентр событий. Надо спасать ситуацию. Пойдемте. Надеюсь, когда мы вернемся, Квакуфа, из-за вас не начнется Третья мировая война. Ну!
Да? Да. А, Квакуша, да, спасибо. И вас также. Ну, у меня тут полно гостей. Мы веселимся, веселимся на полную катушку. А что, разве не слышно? Вот так. Да, у вас там весело. Еще раз от лица всех студентов поздравляю вас с наступающим Новым годом. Ага. Вы слышите? Всего доброго! Всего хорошего, спасибо. Весело, значит. На старт! Внимание! Андрей Константинович, вот возьмите какую-нибудь маску. Спасибо, Катя! Да, Жека, это круче, чем кросс противогазе. Зато теперь в армию не попадешь. Только от кухни подальше держись. Нав-нав. Какое очаровательное безобразие. А вы хотели это все запретить. Наверное, я была не права. Не может быть. Что я была не права? Нет, то, что вы это признали, наконец. Ну, может быть, тогда разрешите пригласить вас на танец? Ну, прошу вас, а то я уже сейчас вот-вот поверю в невозможное. Тамара Алексеевна, с Новым годом! С Новым годом! Здравствуйте! С Новым годом! С годом! Я с тобой. Приехал, Павел Ильич! Приехал! Приехал тигр! Не приехал, не тигр, замминистра приехал. Эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска. Павел Ильич, а вы что это? Дед Мороз? Да, борода из ваты. А приехал? Отлично. Пора и вам, Степан Алексеевич, шубку менять. Что это такое? Павел Ильич, это вы, Дед Мороз, а я что? Какой-то зайчик? Это же нарушение субординации. Какой субординации? Я простой рядовой Дед Мороз, а вы вожак стаи. А разве у зайцев бывают стаи? Да, нет ничего страшнее стаи разъяренных зайцев. Давайте, давайте, переодевайтесь. Нам надо вовремя прискакать. Алло, Тимошин, Дед Мороз, Гусев, давай, пора начинать. Так! Рогатый дед, заяц. На столе горячий мясный чай. Можно начинать. Слушай, ну Танька дает, а? Обалдеть. Саш, бедный Макс. Да, Саш, послушай, тут такое дело. Я сейчас звоню Весновскому, ну, с Новым годом поздравить. Угу. Похоже, что он один. В каком смысле? Саш, ну в каком смысле человек может в новогоднюю ночь торчать на даче один и тупо смотреть телевизор? А мы даже нехорошо, Вов, а? Может быть, давайте позвоним ему все вместе, поздравим. Да кого позвоним? Стой здесь, я сейчас. Извините! Извините, пожалуйста. Да подожди. Иди сюда, извини. Тебя Женя, что ли, бросил, а? Это тебя бросили, вернее, не подобрали, неважно. Берешь сейчас вот этого клоуна, идете на улицу и ловите машину. Да. Чем больше, тем лучше, понятно? Зачем? Пойдем по дороге, все объясню, хорошо?
Мальчики, мальчики, постойте. Вы маски-то снимите, а то там только милицейский газик поймать сможете. Все, давай, пока, счастливо. Ты не видела Макса? Макса? Угу. А зачем он тебе? Слушай, скажи, что вы там с Тимошиным затеяли, а? Мы? Затеяли? Не понимаю, о чем ты. А что же вы без масок? Держите. Ты же обещал защищать меня, квакуша! Маска, маска! Девушка, а в чем проблема? Я тебя знаю! Кто еще в этой маске входит? Ну ничего, ну ничего, ну успокойся, ну что ты? Танцуют все! А все шампанское? Видали, что с людьми пузырьки делают? Уж лучше пузырь водки и... Есть! Есть транспорт! Целый автобус! Целый автобус! Ребят, ребят, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Это очень важно. Вы помните нашего декана? Ну, бывшего декана, да? Вот. Юрия Карловича Весновского, да? Конечно! Вот. Так получилось, что он сегодня в новогоднюю ночь... Он сидит на даче. Один. Вот. Ну, мы тут веселимся. Короче, мы можем успеть туда и обратно. У нас есть автобус. Едем? Давайте! Давайте! Конечно, все в автобус! Поедемте, поедемте! В автобус! Ну что, как все прошло? Нормально? Нормально! За что? Приятного аппетита! Да. Спасибо! Заяц! Да. Давай, давай, Степан Алексеевич, не отставай. Ой, не нравится мне все это. Ой, не нравится. А я говорил, надо было коньячку хряпнуть для храбрости. Да какой коньячок? Я же за рулем. Как бы я, по-вашему, домой поехал? Как? Как все? На автобусе? Зайцем. Да ну вас! Чего это? Музыки вроде бы не слышно. Притихли. Значит, мы вовремя. А? Ну что, покажем начальству, кто здесь самый главный друг студента. С наступающим вас! И вас! От всей души! Особенно от Деда Мороза. Самого-самого-самого вам. И вам того же. А где? Все? А все уехали на дачу к Весновскому.
А где Сергей Борисович? А кто такой Сергей Борисович? Это не важно. Тигр. Он такой тигр, не видели? Ну, если мне не изменяет память, среди тех, кто уехал к Весновскому, была парочка тигров. К Весновскому? Значит, они уехали, а мы тут, а? Кто у нас сегодня за рулем? Кто за рулем у нас? Степан Алексеевич, вы давайте быстрее. Быстрее, надо так, чтобы они приехали, а мы уже там были. Дорогу-то, дорогу-то, знаете? Знаю. Там асфальт до самого поселка. Газуй, газуй! Ну, кто говорил, что здесь до самого поселка асфальт? А кто сказал, срежем угол? Вы? Да я, а кто просил меня слушать? Ладно, без паники, мы все-таки в цивилизованном мире живем. Но у вас хотя бы телефон технической помощи есть? Действительно. Эй-эй! Эй-эй-эй! Эй-эй-эй! Ёлки-палки. Романтический Новый год. Да тихо вы! Алло! Эй! А в лесу родилась ёлочка. Тише вы. Техпомощь? Нужна скорая помощь. Калужское шоссе, 25-й километр, поворот направо. Жигули. 700 метров. Потом через 700 метров дорога уходит в лес. И через 300 метров синие Жигули, Лада, девятка. Рядом Дед Мороз и Зайчик. Это мы. Алло. Алло. Бросили трубку. Здорово. Ладно, пойдем пешком. Здесь недалеко. Сюда. Со мной. Я думал, вы вместе со всеми уехали к Весновскому. Нет. Я же его совсем не знаю. А Жорову знаю. Если что-нибудь пропадет, она же меня убьет. Да. Вы уже домой? Да, на сегодня впечатлений хватит. Вы знаете, Катя, у меня, пожалуй, впервые в жизни был такой... впечатляющий Новый год. Извините, что отвлекаю. Позвольте пригласить вас на танец. Меня? Угу. Вас.
вечеринка, правда? Да. А черт его знает. Вы же сказали, что знаете дорогу. Надо было оставаться у машины. Ну, давайте вернемся к машине. Давайте. А где машина? А я не знаю. Вы сказали к машине. Вот давайте, ведите меня к машине. Черт, 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 что же делать? Тихо. Кто-то идет? Надо позвать на помощь. Тихо. А вдруг волки? Да вы что, шутите? Нет здесь никаких волков. Я не знаю. Я Дед Мороз, а вы Заяц. Ну, хватит уже издеваться. Знаете, вы на всякий случай снимите ваши дурацкие уши. Сниму эти уши, отморожу свои. И вообще, тихо, я сюда. Кто-то едет. Спасибо, родные мои, спасибо. И вас с Новым годом. Спасибо, спасибо вам. Тише, тише. Уже бьют куранты. 10, 11, 12. Давайте в дом, проходите в дом, проходите. Пошли все, заходите. Юрий Карлович, спасибо, спасибо. С Новым годом. Я уже слышать этого не могу. Тросишка, зайка, сиреньки подёлочкой скакал. Ну хватит, хватит уже. А я вас узнал. Вы у меня елку покупали. Я только посмотрел. Ох, трогай. Я только посмотрел, смотрю, те же зайцы, только в профиль. Ну, мёртвая, пошла!